Всем привет! С вами компания «Электромотор». Представляем вашему вниманию перфоратор «Стэнли». Моделька SHR-263K. Вот он перед вами, упакован в таком вот чемодане, достаточно прочного, хорошего пластика. Так, технические характеристики, в принципе, все есть на коробке, то, что, на что следует обратить. 2 года гарантии, 800 Вт мощность, SDS плюс Hammer, 26 мм диаметр сверления. Так, открываем чемодан. А что он у меня не открывается, наверное? Чемодан не открывается, обзор не удастся. Да не, сори. Здесь нужно прорезать, потому что он у нас новый. И специально. Да вот, а я чем режу, извините, конечно. Оператор устал, 8 вечера, вторник, карантин, а мы снимаем. Устал снимать красивых женщин. Да, конечно. Так, не везде отрезала, устал оператор. Так, все, открыли, ура. Хотела сказать 5-3-0-3-8, звоните нам. Ладно. Перфоратор Стэнли. Вот он перед вами. Что хочется сказать. Это Стэнли, это недорогой сегмент. Это подсегмент Black & Decker, DeWalt. То есть, как бы, в принципе, это средняя ступень. Поэтому по цене он недорогой. По качеству он считается бытовым, полупрофи, можно так сказать. Но если сравнивать с такого же уровня более дешевыми сегментами или фирмами, он реально классный, хороший. То есть мощность у него соответственная, там 800 Вт, да, как я уже говорила. Ну, все, в принципе, на нашем сайте. Нет, китайцам не воняет, это вам что-то кажется. Но сборка, скорее всего, если уже задали этот вопрос, сделана в Китае на заводе Black & Decker Holdings Гамбург, Германия. Так. На Стэнли составляет гарантия 2 года. Далее, что хочется еще сказать. Ручка вот здесь, вот эта черная, она прорезиненная, остальное все идет, естественно, пластиковое. Дополнительная боковая рукоятка, переключение режимов. Здесь вот нужно нажать немножко и зафиксировать. То есть не просто нажимаете, а кнопкой фиксируете. Далее, патрон SDS+, ну, честно сказать, не металлический, как в модных перфораторах, но более-менее нормальный за такую цену, как бы, это такое. Что из... Также есть кнопка включения курок и фиксация ее, то есть зафиксировали. Кабель достаточно хороший в плотной оплетке, то есть он не поломается у вас со временем. Здесь, правда, нет шарнирного крепление, но усиленный идет все равно кабель. Далее, из минусов то, что здесь переключение скоростей идет не обычными, не щетками, то есть он не щеточный, а вот таким вот переключателем внизу, вернее, вверху над курком, то есть внизу перфоратора переключение скоростей. Ну, я бы сказала, не особо удобно, но я не профи. Профи у нас наши покупатели, которые покупают и знают, с чем работают. Так, по вопросам покупки 5-3-0-3-8 обращайтесь в нашу компанию и самое главное оформляйте товары на нашем сайте. Для всех наших подписчиков канала в YouTube, а также для всех тех, кто только сейчас посмотрел видео и, надеюсь, подпишется на наш канал, мы гарантируем специальную классную цену. Для этого при заказе на нашем сайте вам нужно ввести просто Tools 2020, и вы гарантированно получите классную цену, увидите ее скидку, оформите заказ, и уже завтра наш менеджер вам перезвонит и оформит заказ, и отправит вам либо новой почтой в другой город, либо наши водители доставят вам по Киеву. Что хочется сказать о, в принципе, перфораторе Стэнли. Гарантия 2 года, хороший, качественный, недорогой, что немаловажно, полупрофессиональный, даже бытовой сегмент, но полупрофи, можно сказать. То есть это не дешевый Китай, с которыми можно там сравнивать. В принципе, данный перфоратор есть у всех интернет-магазинов в Украине, но почему же следует купить его в компании «Электромотор»? Первое, это оригинальный Стэнли. Следует обратить то, что вот эта вот гравировка Стэнли, она не наклейка, она идет здесь выгравирована. То есть это не подделка, потому что, посмотря наш обзор и введя промокод на нашем сайте, вы подумаете, почему так дешево. Почему так дешево? Сразу говорю, потому что мы продаем много. Да, мы берем объемами и классной техникой, и классной ценой. Поэтому для того, чтобы купить классный перфоратор по классной цене, первое вам... девочек.
Спасибо. Первое, что вам нужно делать, досмотреть видеообзор, записать себе где-нибудь, не знаю, на блокнотике или просто или в телефоне сфотографировать Tools 2020 и зайти к нам на сайт электромотор.com.ua, оформить заказ на интересующий вас инструмент и не забыть, самое главное, ввести промокод Tools 2020. Вы автоматом получите классную цену, классное обслуживание и классную доставку. И также еще хочется что сказать, то, что всем нашим покупателям, которые хотя бы единоразово сделали у нас покупку и знают нашу компанию, вы можете звонить нам абсолютно по любому инструменту, товару, который есть на сайте, вы гарантированно получите все равно какую-нибудь дополнительную скидку, дополнительный подарок, дополнительный сервис, либо ну, что-нибудь дополнительное и очень хорошее. 53038, сайт электромотор.com.ua и промокод Tools 2020. Мы ждем ваших звонков.